Представляем новый формат кейсов CS GO. Здесь ты можешь окупиться еще быстрее. Тут не кусаются цены и не подкручивают блогерам. И даже ты можешь выбить нож за 5 рублей. Так чего же ты ждешь? CSCAR.ru. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Итак, ребята, я сейчас на аккаунте Silver и играю калибровочную игру. В общем, попались какие-то веселые ребята. И давайте посмотрим, что из этого получится. На какое звание я откалибруюсь. Поехали. От души разъебу салут. Ауг. Они постоянно о чем-то болтают, это очень весело. Мы пока что выиграем 3-1. Мой ник проктолог. Все эти лаги пройдут. Блять! 72 хп. Блять, сука, блять. Коннектор? Коннектор? Нет коннектора. Я не про этот, ну ладно. А, он не про этот коннектор. Пипец, я в их возрасте вообще не матерился. Че, парни, затащим? Иди нахуй, дебил. Взял меня, убил, блядь, кидер. Сорян, я не специально. Ну че, парни, давайте, затащим. Иди нахуй. Да хватит тебе бежать, ну че? Я тебя сожру, пидор. Веня, знаешь, хуя кто себе? Ты? Смотри, кто ты. Веня, Веня, где? А вот, смотри, кто ты. Кто ты? Сам ты петух. Этот, который проктолог. Там АВП, короче. Понял, понял. Срать хочу. Ты дикий, блядь, стрелять даже не умеешь. Да я срать хочу. Блядь! Зачем это в чат-то всем говорить? Потому что я срать хочу. Вот ты, блядь, долбоёб. Блядь, сука. Да, ребят, смотрите. Я на четвер... Иди нахуй. Я тебя прикрываю, чё, в смысле? Вы вообще ютуберов смотрите, нет? Я говорю, они всех долбоёбы. Нет, да никого. Да все они долбоёбы. Кого? Для любых. Они все долбоёбы. А мне нравится этот узкоглазый, знаете такой? Блядь, забыл как-то. А, я понял. Я понял, фуй, долбоёб, я тебе сейчас флешку... Ты где, бля? Я тебе флешку въебал. Я тут, давай, да. Ну давай, ты... Сука! Ебать! Что это было, нахуй? Мы хотели песен про Тёму, давай про Тёму песню. Я остался вновь один, включаю интернет, заходим. Соседки, прям для Роби, браво! Вы что, одноклассники? Да. Хуяся. Почему бы и нет? Он долбоёб. Вот сейчас он выёбывается, а потом ты его отпиздишь, да? Нет, он слабее меня как бы. А ты в каком классе? Возьмём завтра, Макс, подерёмся. Блядь, подерёмся, блядь! Давай, подерёмся, я тебя заберу. Давай, только без одежды. А вы откуда, парни? С какого города? Красноярск. Ебать, Красноярск. Чё ты, Красноярск, охуительный город, приезжай в гости. Да меня мам не пустит. О, всё ясно, мам, мамкин сынок. Сука. Я уже Минусинский, Берёзовки, бля, да хуя где был? Вот пойми, я занимаюсь дзюдо уже где-то 5 лет. Да. И он говорит, он лучше меня борется, хотя я вешаю 42 килограмма, а он где-то 56. Я тебя 6 раз заб... Ой, 5 раз заборол, 6. Давай, покупай кимоно, покупай. Сука. Братан, он 5 лет занимается, он отпиздит любого. Ну я 2 года карате занимался. А, ты 2 года карате? Тогда, тогда... Драться, дерутся на карате, короче, а борются у него там где-то. Смотри. Чё, охуел где-то? Дзюдо? Чё охуел? ММА тоже. Пойдём на ММА, я тебя разъебу. Пацаны, у меня в эту субботу бой. С губой? Тебе. Да, с твоей. Сука. У меня лаги. Ааа, пацаны. Блядь. Пацаны, я пошёл на. Макс, погнали. Давай, я с тобой. Иди нахуй. С пистолетом быстрее, чем пацан с ножом. Нихуя. А ты чё прилёг-то? Вставай! Давай, оживи меня, я встану, всех разъебу. Просто какой-то долбоёб на шару там юбком зажал. Жёлтый. Да-да-да. У меня скоро бой, мой хуй с твоей губой. Когда вспомнил. Видишь, какой огород школьник. Да. Зачем вы меня обижаете, парни? Макс, чё тебе надо? Иди хуй соси. Это надо. Конечно, губы. Не,
нет. Дюрол, ты меня догонишь, нет? Пойдем один на один, разъебу. Пойдем, пойдем. Алекс, я не знаю, кто это такой. Это какой-то старый бомж. Что, ну блин? Вот смотрите, вот этот маленький чувачок сольется. Ой-ой-ой, дикий. Это машина? Один раз убил с АВП. Да ты... Блин, пацаны, я чё... Я... Ну... Блин, чё залагал? Да они там, их там много. Ты его не убил. Когда ты... Ай, блядь, пиздец, какие они убивают, блядь. Так, какое звание? Силвер 3! Откалибровался на Силвер 3, нахуй. Еее, Силвер 3, ребят! Дюрол, что-нибудь скажешь напоследок? Блять. Вот такая вот, ребята, катка получилась. Я откалибровался на Силвер 3. Всем спасибо, кто смотрел этот ролик. Всем пока, ребят. Кто хочет побольше роликов на Силверах, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Парни, в конце Алекс догадался, что я какой-то ютубер и все это снимаю. Ай-яй-яй, Алекс, если ты это смотришь, красавчик. Ну, а остальным парням не обижайтесь. Вот, ты меня добавил, да, Дирол? Не обижайтесь там, меня, что я вас немножко потроллил. И я на вас не обижаюсь, что меня нахуй присылали, но... Все бывает. Блин, ну весело, весело было с вами играть. Всем пока!